Ребята, привет! Займемся с вами приготовлением майского шашлыка. Шашлык, как и нынешнее время, будет необычно. Что мы будем использовать? Свиную шейку, жирненькую, постную грудку куриную, говядину, для тех, кто не ест свинину, например, да? Из специй нам понадобится соль, черный перец, острый красный перец, паприка, розмарин, маслица и обязательно не забываем про антисептик. Мясо нарежем пластами, отобьем его, уложим слоями. Сначала у нас будет говядина, курица, свинина. Далее соберем рулет и из него будем готовить шашлык. Вперед! Говядина волокна. Видите, как это? Будем резать поперек волокна, чтобы мясо было мягким, когда мы его жевали. Приступим к шейке. Шейку режем классическими стейками. А название у этого волшебного шашлыка какое-то будет? А-ля еда для печи шашлык. Ну не будет, так не будет. Работаем дальше. Да, давайте, знаете, как назовем наш шашлык? Как наш праздник, да? Мир тут мать. Дружба народу. Принимается. Вино. Соль. Перчик. Погоди, а куда ты все это вносишь? Соль, перец? Масло. А, в масло? Перчик один, перчик два. Перчик остренький. Пасты сделаем, да? Запивать есть чем. Перчик 3, сладкая паприка. И немножко розмаринчик. Перемешиваем, даем настояться. Мясо нам нужно будет хорошенечко отбить. Для того, чтобы ничего никуда не летело, я использую пищевую палочку. Мясо хорошенько отбито, скрутим его в рулет. Вниз положим свинину. Чуть-чуть соли и перца. Вторым слоем, напоминаю, мы будем брать говядину. Кладем немножко назад ее, чтобы когда рулет заворачивался, да, свининка целиком полностью была первым слоем. Специи. Смазываем нашим маслечком со специями. То есть это получается изнутри мы еще какую-то прослойку даем, да? Говядина, видишь, постная, сухая. Жирок из свинины должен внутрь уходить. Таким же макаром. Специи готовы, все готово, мясо готово. Попробуем свернуть это все дело в рулет. Курочка пошла внутрь. Говядинка. Немножко отпьем наш рулет, чтобы убрать изнутри лишний воздух. Воздух убираем для того, чтобы мясо плотнее друг к дружке прижалось и не развалилось потом на шампурах. Режем. Все как по фэншую, да? Кусочки сантиметра, наверное, по 2,5-3 у нас получаются. Теперь все можно. О, да? Мясо посажено, угли готовы. Печь. Смотри, на аппетит наш кварчит. Ты хочешь отрывать кусочек, его попробовать, Джо? Самый вкусный кусок забрал, я на него смотрел. Че, пора снимать. Сервируем. Ох. Красавчик. Делай это уже быстрее, я тебя умоляю. Слушай, ну... Красим наше мясо гранатом. Вилки? Руки. Свободные. Мыли от камеры. Мыли, руки. Последний слой курицы. Ох, как отпечет-то сзади, а!